Привет всем! Мы находимся в самоходном опрыскивателе Project и посмотрим, что здесь в кабине. Очень удобное кресло, пневмо, конечно же. Приятно здесь находиться, большой обзор, обзорная кабина, она выведена прям вперед. Я прям хочу поехать на нем скорее. Здесь установлен джойстик, гидромотор. В этой машине есть крабовый ход, след-след, все функции. Ну и что мы видим в кабине? Прежде всего мы видим установку Браво 400S по секционное отключение. Также возможна установка по форсуночному отключению. Мы видим компьютер самой машины, это вылив, управление насосами. Видим удобное расположение давления, выведены датчики. Вот, ну, естественно, навигаторы, система кондиционирования, музыка. Все присуще итальянскому качеству. Дополнительное место. Собственно, много-много разных плюсов. Есть кнопки управления, отключения вот ногой автоматического хода под рулящее устройство. В данном случае поставлен руль от Trimble под рулящее устройство. Опа! Удобная лестничка. Она автоматически через цилиндр задвигается при работе. Да, конечно. Нужно. Вы не захотите оттуда вылазить. Да что вы, слушайте, надо его выбросить. Что мы видим здесь? Под опрыскивателем. Ну, естественно, большие широкие колеса. 320 на 90 R54. Бак для смешивания химии с мешалкой. На колесах установлены защита от высокостепенных культур. Это базовая версия, значит, здесь механическое раздвижение колеи. Друзья, прошел я прямо сейчас мимо нашего управляющие гидромоторы на шасси. Противожарной сеткой. И система стабилизации через гидравлику. А сейчас вот для этого самое удобное время. Здесь защита металлическая, потому что совсем скоро насосы, совсем скоро фильтра, если продегустировать и выпрямить сам насос, опрыскиватель находится здесь, очень легко и удобно его обслуживать, он в доступе. Поэтому крайне рекомендую, друзья, успеть и переходим к самой штанге. Отправиться. Вы видите здесь гидроаккумуляторы, которые стабилизируют работу штанги, также работу пневмо-гидрохода шасси опрыскивателя. То есть он идет стабильно, никаких колебаний. 36 метров штанга, которую он держит. И система централизованной смазки. Вы видите, что здесь полностью подведена система ко всем имеющимся узлам. Вот, да. Вот видите, он выход, шаровые все опоры, все мажется через центральную смазку. Установлены под низом светодиодные фонари, освещающие штангу. Очень мощные, качественные, не китайские. Камера заднего вида. Вот. Для стабилизации штанги также цилиндры с пневмогидроаккумуляторами. Видите, какая мощная штанга, ферма, да, то есть сломать ее невозможно.